В этом году в городском округе Люберцы благоустроят территории, прилегающие к станциям МЦД-3. Новые пешеходные зоны появятся в районе 6 станций – Ухтомская, Люберцы-1, Панки, Томилино, Красково и Малаховка. Работы по каждому объекту согласовываются с жителями. На этой территории прогулки пока запрещены. Идет подготовка к благоустройству и созданию комфортной городской среды. Уже к концу лета здесь будет совершенно другая картина. 2000 квадратных метров станут современной пешеходной зоной. Сейчас работы здесь завершены по планировке территории, разбивка по закладным, это под освещение. И уже частично выполнена подсыпка под организацию покрытия и сплитки. Новые лавочки, система навигации, освещение и дополнительное озеленение. Каждую деталь проекта по благоустройству обсуждают с жителями ближайших домов. Принимаются также предложения и пожелания. Эта территория вот этого магазина, центра, да. Она белое пятно, мы ее не трогаем. Нет. Она не наша, она собственная. То есть от него вот этот сквер в эту сторону пойдет вот до физкультурного этого комплекса. Вот до забора до белья. До теннисного. До теннисного. Да. То есть вот они, дорожки пешеходные. Это вот этот голубой, это что? Детская игровая площадка большая. Детская игровая. Это все, да, вот лавочки, да, лавочки. Да, да, да. И плюс велосамокатная дорожка вокруг всего парка пройдет также. На территории прогулочной зоны установят 6 камер видеонаблюдения, подключенных к системе «Безопасный регион». По просьбам жителей здесь обустроят специальную площадку для выгула собак. Луиза Егиазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.